Мы надеемся, что мы все еще в эфире и нас видно. И прежде чем продолжить наш концерт, мне бы хотелось очень коротко познакомить вас с городом, в котором мы живем, и вузом, в котором работаем. Официальной датой основания русского города Самара считается 1586 год, когда по приказу царя Федора Иоанновича воеводом князем Григорием Засекиным была построена Самарская крепость. В конце 19 века Самара стала одним из крупнейших центров торговли хлебной пристанью России. В 20 веке промышленное производство города продолжало развиваться. Самара становилась крупным центром машиностроения, металлургии, нефтепереработки и многих других отраслей. Самара очень тесно связана с космическим ракетостроением. Производимые на самарском предприятии ЦСКБ «Прогресс» ракетоносители «Союз» дали старт практически всем российским космонавтам. Памятник ракетоносителю «Союз» сегодня можно увидеть на площади имени Дмитрия Козлова. Это настоящая ракета, установленная у входа в замечательный и очень популярный музей «Самара Космическая». Визитной карточкой города является набережная, самая протяженная в России более 5 километров. Здесь установлены фонтаны, велосипедные дорожки, разбиты красивые цветочные клумбы. И набережная по праву считается одним из любимейших мест наших горожан и гостей нашего города. На полевом спуске нашей набережной установлен памятник строителю и первому воеводе Самарской крепости князю Григорию Засекину. На ленинградском спуске установлена скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Эта бронзовая группа повторяет композицию шедевра Ильи Репина, работа над которым шла и на Самарской земле. Можно еще много рассказывать о нашем замечательном городе, но я хотел бы сказать только одно. Этот город обладает какой-то поистине магической притягательностью, и очень многие студенты, приезжающие к нам из разных городов, так навсегда в нем и остаются. Самарский государственный институт культуры основан в 1971 году. В 1996 году институт был преобразован в Самарскую государственную академию культуры и искусств. Но решением учредителя в 2014 году наравне со всеми высшими учебными заведениями Министерства культуры Российской Федерации Академия культуры была переименована в Самарский государственный институт культуры. С этим именем мы живем и по сей день. Учредителем Института культуры является Российская Федерация в лице Министерства культуры Российской Федерации. В настоящее время в структуре института функционируют 5 факультетов и 25 кафедр, в том числе 19 выпускающих, среди которых и кафедра хореографии. Кафедра хореографии ежегодно выпускает более 30 специалистов-хореографов. ВУЗ располагается в 3 учебных корпусах, территориально близких друг к другу. Первый главный корпус располагается по соседству с Самарским академическим театром оперы и балета и Самарским театром драмы. Второй корпус достаточно близко расположен от первого, и это является основным корпусом, где учатся хореографы, то есть большая часть занятий у нас проводится именно в этом корпусе. Третий корпус – это молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль», где мы сейчас с вами, собственно, и находимся. Наверное, это одно из самых молодых зданий, которые получил наш институт, но все 3 наших учебных корпуса являются объектами исторического наследия и памятниками архитектуры. Ну и, наверное, наши артисты уже заканчивают переодеваться. И я готов объявить следующую композицию. Итак, встречайте. Хореографическая композиция «Катерина». Подожди-ка!
отключат. А сейчас на этой сцене появится хореографическая картина «Посиделки». Солисты Ангелика Папагригорьеву, Елизавета Савикова, Владимир Клочков и Олег Калинин. Встречаем. Дорогие друзья, мы надеемся, что те, кто были с нами, сейчас вновь подключатся к нашу программу. На сцене хореографическая композиция «Волжские рукодельницы». Thank you.
Дорогие друзья, я бы хотел принести наши извинения за некоторые технические неполадки. Я очень надеюсь, что дальше у нас все пойдет намного лучше. И сейчас я хотел бы совершенно немного, совсем чуть-чуть коснуться певучести. Постепенно сформировались и выделились из стези песенно-танцевального фольклора и самостоятельные, независимые формы и виды русского танцевального искусства. Принято выделять три формы русского танца. Это хоровод, пляска и кадриль. Внутри каждой этой формы есть подразделение на виды. Так, хоровод имеет виды сомкнутого и разомкнутого. Пляска – игровая, военная, хороводная и перепляс. И кадриль – квадратная, линейная или же круговая. Русский хоровод – явление самобытное. И самобытность эта в первую очередь заключается в характере исполнения, в содержании и форме танца. Характерным признаком русского хоровода является сочетание большой массы участников, включающих в себя танцующих и исполнителей песен. Нередко два объединялись в одно. Также часто встречалось разыгрывание в лицах содержания песни. Наиболее устойчивой стороной хоровода все же являлась мелодия песни. Менялись слова, действия, состав участников, композиционные построения, но мелодия часто сохранялась веками. Русская пляска во всем ее многообразии до сих пор остается недостаточно исследованной. Первое профессиональное исполнение плясок на Руси принадлежит скоморохам, выделявшимся из среды любителей народного танца в начале XI века. Пляски очень разнообразны по своему составу и содержат большое количество разновидностей. По составу и количеству исполнителей они делятся на мужские, женские, парные, сольные, групповые и массовые. Также пляски подразделяются на игровые, сюжет, бане, контртанц. Претерпев значительную трансформацию, новый танец впервые появился на ассамблеях, собраниях, введенных в начале XVIII века Петром I, которые посещались дворянской частью общества, и назывался этот танец «Англес». С конца XVII и до конца XIX века «Англес» являлся одним из самых популярных бальных танцев, откуда постепенно переместился в народную среду. Основные формы русского танца существуют во всех областях России. И в каждой из этих областей они исполняются по-своему, в определенной своеобразной манере, присущей каждому уголку нашей страны. И на сцене хореографическая композиция, которую мы со всей уверенностью можем отнести к пляскам, «Я на горку». Thank you.
было поручено собрать команду педагогов кафедры, которую составили профессионалы своего дела. Надежда Михайловна Черникова, выпускница Бакинского хореографического училища и Государственного института театрального искусства, более известная под наименованием ГИТИС, которая обучалась в классе выдающегося мастера балета Марины Тимофеевны Семеновой. Сегодня Надежда Михайловна – доцент кафедры хореографии, которая посвящает всю себя работе на кафедре нашего института. Она преподает основы классического танца, историка, бытовой танец и много-много других дисциплин. Третьим педагогом кафедры стал Геннадий Яковлевич Власенко. Профессор, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России, закончил Московский государственный институт культуры, русский танец на курсе Геннадия Яковлевича вела Татьяна Алексеевна Устинова, которая является одним из величайших мастеров в области русского народного танца, изучения, исследования русской народной хореографии. Летом 1971 года был сделан первый набор студентов кафедры хореографии Самарского государственного института культуры. В 1970-м веке которого лежали танцы народов мира и Поволжья. Это были и болгарские, цыганские танцы, тадашские, калмыцкие, башкирские, белорусские, украинские и многие другие танцы. Но все же особое место в репертуаре ансамбля занял русский танец Поволжья. Регион, где расположен город Самара и протекает великая русская река Волга, исследованию пластических и композиционных особенностей которого Геннадий Яковлевич посвятил все свои творческие годы. Позднее ансамбль получил название «Волжские узоры», которые носят и по сей день. Так же, как и педагогические традиции кафедры хореографии нашего вуза, заложенные первыми педагогами, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение на протяжении вот уже почти 50 лет. В 2021 году наша кафедра, как и вуз в целом, будет отмечать 50-летний юбилей. И сейчас на этой сцене появляется хореографическая композиция, поставленная Геннадием Яковлевичем Власенко. «Самарские страдания». Thank you.
Дорогие наши зрители, я еще раз к вам обращаюсь с убедительной просьбой выключать звук и видеотрансляцию, когда вы к нам подключаетесь. Хотя нам очень приятно видеть ваши лица и вас слышать. Мы очень надеемся, что та ситуация, в которой мы сейчас все оказались, она ненадолго, и скоро мы все выйдем в нормальные концертные залы зрителям, которые будут нам аплодировать, улыбаться, сопереживать вместе с нами тому, что происходит на сценической площадке. Мы все на это надеемся. Ну а сейчас я бы хотел немного рассказать о тех артистах, которые появляются сегодня на этой сцене. Сегодня в ансамбле у нас 26 артистов, которые являются студентами Самарского государственного института культуры с 1 по 4 курс. Несмотря на выбранную ими профессию, это все-таки современные молодые люди, которые не занимаются плетением лаптей. Они не носят в обычной жизни косоворотки, кокошники и сарафаны. И, наверное, то, что вы сейчас видите, это то, что есть в их душах. Они пользуются компьютерами, современными гаджетами. Еще раз говорю, это достаточно современные молодые люди, которые избрали своей профессией изучение народного танца. География наших студентов очень широка. Это города, представляющие все регионы и республики нашей страны. Я перечислю лишь несколько городов, которые наиболее часто представляют нам абитуриентов. Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Архангельск, Оренбург, Ульяновск, практически все республики, особенно республика Башкортостан. Мне кажется, что из этой республики уже из каждого города хотя бы по одному абитуриенту и студенту у нас было. И у нас достаточно давние, очень теплые взаимоотношения с республикой Башкортостан. Для многих первокурсников сегодняшний концерт – это премьера. Они еще в составе нашего коллектива никогда не выходили на сцену. Малая часть из них успела уже поработать в концерте, который у нас был совершенно недавно, но большая часть, тем не менее, появилась сегодня впервые. Мы думаем, что эта премьера будет успешной, поскольку наше мероприятие еще не закончилось. И, конечно же, я не могу сегодня не сказать о наших выпускниках. Наших выпускников достаточно много, они также, как и абитуриенты, представляют практически все абсолютно города и регионы нашей страны, все республики. Очень многие, несмотря на педагогическую направленность нашей работы, избирают своей профессии артистов балета и работают в различных государственных коллективах. Кто-то в ансамблях танца, кто-то в государственных академических русских народных хорах, но каждый год, каждый выпуск несколько человек обязательно идут в эту сферу. Но, тем не менее, большая часть наших выпускников все-таки посвящает себя педагогической работе. И на этой сцене вновь появляются будущие педагоги, артисты, балетмейстеры. Мы очень надеемся, что у них все получится с хореографической композицией. Калинка!
хотелось бы еще раз принести наши извинения за технические неполадки. Мы надеемся, что все-таки следующий наш концерт будет в очном формате, и вы сможете увидеть нас воочию. Но сейчас мне бы еще раз хотелось поблагодарить Российский центр науки и культуры в Праге, который стал инициатором этого мероприятия, администрацию Самарского государственного института культуры и, конечно же, молодежного театрально-концертного комплекса «Дирижабль». Спасибо вам огромное. До новых встреч. Мы будем выключать наши аппараты и заканчивать трансляцию.